4 и 5 апреля в Омском велотреке прошел 21-й межрегиональный турнир по фехтованию «Мемориал заслуженного тренера России Оганеса Крикарьянца». В двух видах программы соперничали более 200 спортсменов из 8 регионов Сибири и Урала. На торжественном открытии со словами приветствия к участникам мемориала обратился министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. Очень приятно сегодня находиться здесь. Ну, наверное, не в качестве министра, а в качестве сына человека, который один из тех людей, который в Омске начал фехтование. И история фехтования, которую сегодня вершите уже вы, в Омской области и в Сибирском федеральном округе, в общем-то, неразрывно связана с фамилией моего отца Оганес Павловича Григорьянца. Фехтование – прекрасный вид спорта, и я, ребята, желаю вам, чтобы вы были верны фехтованию, были верны спорту, были верны своей стране. В рамках церемонии Дмитрий Оганесович вручил удостоверение о присвоении спортивного разряда двум юным омским фехтовальщикам Юлии Порушиной и Никите Михееву и почетный знак Министерства спорта России за развитие физической культуры и спорта заслуженному тренеру страны Валерию Пуртову. Он подготовил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Александра Кузюкова. Это очень здорово, когда человек столько вложил души, умение в то, что в Омске есть такое фехтование, это благодаря ему. Но мне радостно, что я продолжатель его дела. Почтить память основателя Омской школы фехтования Оганеса Крикарьянца пришли родственники, соратники, представители спортивной общественности. Человек владел умением организовать, человек владел умением тренировать. Я бы назвал его человеком высшей степени интеллигентности. Организатор великий, потому что успел организовать фехтование в Омске, еще успел его организовать и в Новосибирске. Омские спортсмены стремились действовать напористо, изобретательно, с акцентом на тактические нюансы, в том стиле, который прививал нашей команде Оганес Крикарьянц. Роман Опрятный завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по шпаге. Турнир для нас очень важен, действительно. Я на нем пытаюсь показать то, что я умею, и выложиться на полную. Я делаю акцент на атаке и пытаюсь действовать очень четко и резко.